Трогательную акцию провели участники Ассоциации юных инспекторов дорожного движения. Ко Дню защитника Отечества школьники, занятые пропагандой безопасного вождения, дарили автомобилистам поздравительные открытки. Инспекторы ГИБДД останавливали автомобили, однако вместо проверки документов произносили поздравительные слова с пожеланиями хорошей и, главное, безопасной дороги. Да, мы к каждой акции готовим специализированные листовки тематические. Сегодня детки как раз объединили две темы. Это безопасность и, конечно, праздник День защитников Отечества. Это открытка поздравительная. Юные инспекторы дорожного движения в Иркутской области существуют около 15 лет. Цель организации – пропаганда безопасности на дорогах, в частности, силами школьников-волонтеров, поскольку именно дети нередко страдают от действий автомобилистов. С начала года в Иркутской области зарегистрировано чуть менее 40 ДТП с участием несовершеннолетних.